Много лет назад на этой сцене выступал и сам Геннадий Корсаков. Сюда же он подтягивал и молодых исполнителей. Будучи депутатом городского совета, он занимался молодежью. Теперь его друзья и соратники могут видеть только плакат с изображением Михалыча. Год назад его не стало. Забирай на дно наши сердца. Зацвела борозда и бродил в жилах яд. Мне светила звезда, но я шел наугад. Я когда учился в школе, еще в классе 5-6, он мне еще говорил, приходил, говорит, Андрюш, поработай еще, еще рано тебе выходить. То есть на сцену. То есть с 80-х годов, ну, очень давно, Гена, я не знаю даже, здесь каждый музыкант, каждый, кто с ним. То есть все могут сказать, только хорошее. Говорить нужно много, но один из лучших языков музыкантов – это язык песни. Почтить память Геннадия Корсакова собрались не только нижнекамские исполнители, но и гости из Казани, которые, естественно, знали Михалыча. Первые рывки, которые они как бы восстановили на путь истинного рок-н-ролла, именно благодаря Геннадию. В общем, вот огромное спасибо ему. В общем, тем не менее, мы не забыли и продолжаем путь этот. Путь в рок-н-ролле, который касается его и нас, мы хотим это все держать в этой памяти. Вот. Спасибо Гене, то, что объединил много людей. В общем, и играем рок-н-ролл. В этот день на сцену выходили группы, которые уже известны зрителю, такие как ЦЦ и Лига Наций, и вместе с ними инструменты делили молодые исполнители. В основном ребята, даже которые не помнят старый рок-клуб, старый состав. Это как новая волна. В планах у организаторов с помощью друзей проводить концерт памяти каждый год. Вполне возможно, что он будет проходить не только в стенах дисконцентра, но и на выездных сейшенах. Ведь все знают, что Геннадий Корсаков очень любил природу. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.